Тема сегодняшней лекции – оптимальная зарплата. Оптимальная зарплата. Мы этой темой будем заниматься, наверное, в течение двух занятий. Она серьезная, большая, важная, актуальная, животрепещущая, злободневная и так далее. Но прежде всего я скажу несколько слов о понятии оптимальности. Это слово неожиданно вдруг приобрело необыкновенное распространение. Все оптимизирует, 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 оптимизирует. И после этой оптимизации становится все хуже и хуже и хуже. Причем оптимизирование или оптимизация сводится чаще всего к тому, что соединяются разные вузы в один. А после этого смотрят на этот вуз, который один, говорит, а зачем три кафедры философии? Хватит и одной, и разгоняют там, значит, те, кто там работает. Или, скажем, а зачем две кафедры экономики и промышленности? Раз, и тоже разгоняют, и так далее. И в итоге решается та задача, которая связана с крупным преобразованием в сфере высшего образования. Идет переход со специалитета на бакалавриат. В специалитете учится 5 лет. А на бакалавра учится 4 года. Спрашивается, сколько надо уволить преподавателей, чтобы теперь учить не 5, а 4 года. Кто такую задачу решил? Какой процент? Повторяю, задача. Раньше учились 5 лет. Соответственно, эта учеба должна быть обеспечена преподаванием. Преподавание осуществляет преподаватель. Спрашивается, сколько надо уволить преподавателей теперь? Поскольку теперь учат не 5, а 4 года. Какой процент? 20. А? 20. Совершенно правильно. Значит, ну 5 это пятая часть. 5, 1 год, пятая часть. Один год сокращение. 20% должно быть. А нельзя же их просто взять и уволить. Поэтому придумывают всякие схемы такие красивые, оптимизировать. Допустим, было 3 экономических у нас вуза. У Банковского мостика был ФИНЭК, финансово-экономический университет, а раньше институт. Известный, с большой историей. Так, был инженерно-экономический. Он у нас был в двух, так сказать, на двух площадках. С одной стороны, на Кузнечном переулке, угол Марата. И с другой стороны, на Прилукской, там вот далеко-далеко, там где Лиговка. Но можно туда и пешком пройти, так сказать, от метро Пушкинская там. Через как-то водный канал, и дворами, и так далее. А был у нас еще в свое время институт жилищно-коммунального хозяйства. Потом он красиво так преобразовался в институт экономики и сервиса в районе Ломоносовской метро. Его тоже слили вот это в один конгломерат, который стал называться экономический университет Санкт-Петербургский. И все. Все три. Ну, с последующей оптимизацией. А в чем состояла оптимизация? Сокращение. Народ там посократили, курсы посократили, естественно, и так далее. Ну, у нас, наш университет ни к чему не присоединили, но я наблюдал, например, что, скажем, историки, у которых я читал философию истории, такой курс на 5-м курсе, они очень любили этот курс, им нравилось, и оценки хорошие получали, и по выбору они это что-то слушали. Ну, так сказать, никто его не отменял, а просто его теперь нету, поскольку нет 5-го курса, и все, нет проблем. Я его не считаю. У меня нагрузка не уменьшилась, лично у меня. Но в целом, конечно, нагрузка по историческому, по институту истории тоже сократилась на 20%. Ну и так далее. И вот когда сегодня начинают... А есть такой, скажем, вот вы политэкономию не изучали, но, может, слышали, что есть закон преимущества крупного производства. Сейчас об этом как-то туго вспоминают некоторые, потому что все время кричат, поддержите мелкий бизнес, поддержите мелкий бизнес. Вот мы с вами, так сказать, находимся в капитализме свободной конкуренции, находились раньше, сейчас-то уже не свободная конкуренция, находились. И вот вы меня побили в конкурентной борьбе. Ну что, надо вас поздравить, значит, у вас более эффективная экономика, работа, да? Тут сразу все вокруг вас заорали, поддержим Михаила Васильевича, потому что он вам проиграл.
Спрашивается, а с какой стати меня поддерживать? Давайте вас поддержим, раз у вас более эффективные. И вы налаживаете. Нет, давайте будем всех проигравших поддерживать. И деньги идут рекой, миллиарды, на поддержку мелкого бизнеса. С одной стороны, говорят, надо внедрять нововведения, новации, научно-технический прогресс. А у меня ларек. Какой прогресс научно-технический? Какая наука в ларьке? Подумайте. Окститесь. Все, с ума сошли? Или у меня три козы? Конечно, у меня не зоотехника, никакой научной работы, связанной с тем, как повысить продуктивность этого молочного скота, а также скота, который дает козий пух, из которого можно варежки сделать. Они взяли и подохли. И опять я проиграл. Надо меня поддержать, дайте я куплю одну корову. Деньги давайте, дадут. Я наблюдал, как в присутствии Дмитрия Анатольевича вот раздавали эти деньги в Ярославле на встрече по 50 тысяч до начала мелкого бизнеса. Девушка одна пришла, говорит, я буду цветы разводить. Вот вы можете разводить цветы? Я думаю, вы можете. Только когда вы разведете цветы, у нас они красивые, хорошие, куда вы пойдете с ними? Куда? К метро вас прогонят оттуда. Вы что, не знаете? Или деньги с вас будут брать? Потому что около метро просто так чем угодно торговать нельзя. У вас место есть торговое? Нет. Покажите документики. Нету? Или денежки давайте. Документы или деньги? Вот как? Легко этот вопрос решается сейчас. Или вы сунетесь, видели, Оранж стоят. И крупные всякие сетевые магазины. Голландцы, они не только сами продают свои цветы, а они закупают в Южной Америке. Если вы покупаете гвоздику, то не думайте, что она голландская. Она вполне возможно южноамериканская. Но прошла через Голландию, из Голландии к нам. Монополия. Или лук. Какой-нибудь, кроме голландского лука, видели? Вам только дай лук, вы потом его посадите на окошке, вырастите этот зеленый. Он же даст потом стрелку, и на стрелке будут семена. Вы семена посадите и не будете у голландцев ничего покупать. Я вас знаю, я чувствую просто. О. Поэтому на всякий случай эти луковицы обрабатываются так, чтобы они семян не давали. А вы пойдете потом весной, будете семенной материал какой покупать? Голландский. И так далее. Но это вот экономики касается. То есть здесь крупные производства имеют явные преимущества. И только неграмотные люди, полуграмотные, которые никак не изучали экономики, или если изучали, то плохо, или двоечники. Вот эти двоечники, которые у нас руководят экономикой, они все время ноют, что давайте вот мелкий бизнес будем развивать. Ну пусть он, этот мелкий бизнес, включается в крупное производство. Скажем, вот вы меня возьмете на работу, я вам что-то буду делать, полуфабрикат. Я еще больше буду получать, чем сам бы делал. То есть, скажем, во всем мире мелкое производство, даже фабричное искусство, домашнее производство используется, ну, на службе у крупных предприятий, которые применяют действительно научно-технические достижения. Ну а вузы зачем соединять? Вузы вокруг чего собираются, как вы думаете? Вокруг приказа об объединении вузов? Вокруг бумаги? Вокруг задачи разогнать преподавателей? Вокруг чего они собираются? Или вчера было сообщение, как министр Голикова выступила перед студентами в одном из городов. Дескать, мы это не будем повышать стипендии, вы молодые, здоровые, сами зарабатывайте. Не знаю, насколько вы информированы, я тут информированный, поскольку я тут вот в университете нахожусь со студенческих лет, 63-го года, когда я поступил в университет. 63-го. И вот, скажем, для чего существовало разделение на вечерний и заочный. Вечерники, они работают и учатся. Днем работают, вечером учатся. Все это организовано нормально, правильно? Потому что если я буду в одно и то же время работать и учиться, значит, я не работать, не учиться не буду. Ни денег не заработаю, ни учебы не будет. Вечерние устранили. Нет вечернего. Вот у нас только что за углом было отделение вечернего заочного обучения. Нету вечернего в университете. Нету. Везде по всей стране уничтожили вечернее. А потом выступает министр и говорит, ну давайте это. Давайте вы работаете. Так зачем делали завой? Очное. Очное делали, освободили людей от труда, что вы за 5 лет, сейчас за 4, вы сейчас вы способные стали, мы были не способные, вы способные. Вы за 4 изучите все это. Может, следующее заучится 3, и вот вы это все изучите и пойдете работать. Нет, вы давайте и работаете, и учитесь, и то, и другое. А что, у нас слишком мало
слишком много времени у студентов. Вы что, материал весь осваиваете с перебором, да? И у вас лишнее время остается. Я правильно понял? Вы «Науку логики» уже все прочитали? «Капитал» Маркса прочитали? Нет? Странно. Ну, идите работайте. Все равно не прочитали. Ну, так получается. Заочники, бедняги. Вот они там есть у нас, еще пока остались. Ну, они и есть заочники. Ну, для них сделали раньше сессии, освобождали от работы. Они приезжают, слушают короткий курс лекции, сдают экзамены. Сейчас они как-то мыкаются, я даже не знаю, как они существуют. Но зато я наблюдаю, поскольку я одновременно, я у вас преподаю на третьем курсе конфликтологии. И в этом семестре еще и у магистров второго курса. Ну, во-первых, их мало, 5 человек группа. Во-вторых, кто придет, кто не придет. Если бы это было раньше, я бы сказал, чего вы не ходите там на занятия? Ну, я и сам знаю, чего они не ходят, я работаю. А почему они вечером занимаются с 17:20, вот у меня занятия с ними? Это у меня первая пара, а вторая пара еще с 19. И пусть они тут. То есть магистратуру сделали вечерниками. Это почему? А потому что иначе им не прожить. Потому что, ну как, вроде бы все сидели на шее у родителей 4 года, теперь еще 2 года, 6 лет. Ну, и они, значит, пытаются с этой шеи слезть как-то, работать. В итоге они, а и все равно у нас теперь как работает, так зашкаливает рабочее время, они не могут заниматься. Вот это, так сказать, оптимизация, то, что мы наблюдаем. Хотя, вот поскольку мне повезло, я в свое время учился 5 лет, и на матмехе, и знаешь, что такое оптимум? Оптимум, оптимальный, это значит наилучший. И существует две задачи оптимизации. Одна задача – максимизировать результат при данных затратах. Максимизировать результат при данных затратах – это одна задача оптимизации. Максимизация целевой функции при данных затратах. Определенных, не более вот этого. А вторая задача звучит так. Минимизировать затраты для получения какого-то результата. Минимизировать затраты для получения какого-то результата. Понятно, да? Вот вам задача. Вы должны... Скажем, эту работу сделать, и эту работу должны сделать с минимумом затрат. Понятно? Что тут непонятно? Значит, у вас целевая функция – минимум затрат на получение вот этого результата. То есть, какая целевая функция – такой и оптимум, такая оптимизация. Тем не менее, вот сейчас развелось очень много болтунов, которые болтают про оптимизацию и прикрывают этими разговорами про оптимизацию ухудшение. То есть они делают не лучше, а хуже. Я говорю, у вас оптимизировали, вы замолили. И... Что за оптимизация такая? Что за оптимизация? Скажем, если оптимизация стипендии, так надо подумать, какой должна быть стипендия, чтобы она обеспечивала существование, здоровье нормальное студентов. И обучение нормальное, потому что студент должен думать не о том, что ему съесть через, может быть, или не думать о том, что он вчера не ел, там, сегодня мало ел, а думать он должен о том, чтобы запомнить и понять выводы науки. А он думает о том, а какой бы, как бы пирожка съесть. Ну, что это такое? Кто это делал? Вот эти оптимизаторы, так называемые, безграмотные люди. Почему я вам это говорю? У вас времени так мало, 4 года, хоть можете какую-то грамотность вы освоить, а то кто-нибудь станет, вы будете вот министром, как Голику. Выйдете, потом и скажете, я сама училась, мыкалась, и вы будете мыкаться. И это оптимизация. Так вот, такая же история, я зачем это завел весь этот разговор про оптимизацию, такой же разговор идет про зарплату. Дескать, давайте вашу зарплату оптимизируем. Она у вас сколько, говорит? 27. Ну, это не то, не все. 7. Давайте 20 сделаем. Красиво. Какой у них критерий? Ну, критерий ясно один какой. Себе карманы набить. Ну, чтобы мне карманы набить при падающем производстве, что нужно делать? Производство у нас растет сейчас или падает в объеме? А? Как вы считаете? Газеты читаете? В России сейчас производство падает или растет? Падает. А?
Падает. Но если оно падает, то как увеличить мне зарплату? Сократить всех. Сокращать, уменьшать. Другим, конечно. Зачем мне сокращать? Вот я вам для интереса зачитаю. У нас о зарплате вопрос. Говорят, вот у нас вот такой сейчас режим экономии. Ну, сумасшедший просто. Все в режиме экономии. Вот я вам зачитаю. Значит, заработные платы членов правления крупнейших государственных компаний. Я уж не говорю о наших олигархах-миллиардерах, там это не зарплата. Это доходы от собственности. Так сказать, ничего не делает, а зарплата идет. То есть не зарплата, а доход идет. Какие там доходы? Ну, 17 миллиардов долларов у Лисина там. У Абрамовича, наверное, 14-15, там все время меняются оценки, там то больше, то меньше. Там есть и другие у нас. Вы знаете, у нас 100 с лишним долларовых миллиардеров. Ну, я буду говорить о государственных компаниях. Мы же в государственном университете. Ну, давайте посмотрим, как у нас с людьми, которые на государственной работе находятся, обстоит дело. Вот Роснефть, члены правления, получают. Число членов правления 13. Среднее вознаграждение топ-менеджера из расчета на месяц 17 941 рубль. 17 941 569 рублей. 17 941 569 рублей в месяц. В долларах это 464 778 долларов. Ну вот, возьмем «Газпром», наша компания, национальное достояние. Достояли они до такой зарплаты своей. Значит, число членов правления 17. $19 463 765 рублей. Всего. Бедняки по сравнению с Роснефтью. В месяц, повторяю, не в год. Не перепутайте. В месяц. Ну, это 322 875 долларов. Больше доллары не буду называть, это не наши деньги. Наши вот патриотические деньги буду называть. Башнефть. Руководитель Александр Корсик. Знаете такого? Даже не знаете. Вы не знаете, можно и узнать, сколько они получают. 11 миллионов в месяц члены правления. 11 членов правления. 11 миллионов 85 152 рубчика. Всего. Ясно, меньше, правда? Сейчас двигаемся к беднякам постепенно. Аэрофлот. Ну, эти, да. Всего 6 миллионов в месяц получают члены правления. 12 членов правления. Виталий Савельев, руководитель. 6 063 532 рубля. Никаких конфликтов нет. Все хорошо. Летайте самолетами Аэрофлота. Чем больше летаете, тем больше зарплата у руководителей этой компании. Русгидро. Помните, которую грохнула целую электростанцию? Это Русгидро, потому что денег у них не хватило, на зарплату все время хватало руководства, а на то, чтобы ремонт сделать, обеспечить, не хватало. И Саяно-Шушенская ГЭС потерпела крупнейшую аварию с жертвами, 70 человек погибло. Вот это и Гидро, Евгений Дот, руководитель. Это Гидро, так, 5 всего человек, ну, чтобы не размазывать эти деньги-то по количеству. 5 человек получают, все-таки деньги-то не маленькие. 6 030 854 рубля. Что смотрят? Это разве деньги? Это не деньги. РЖД. Иногда приходит. Вот тут уже и до вас дошло. Ты же иногда здесь ездите, ведь признайтесь, бывает же железные дороги. Ну вот и вас надо еще подстричь, потому что отстает же руководство РЖД. Он был Якунин, уже не Якунин. Убрали его.
другой будет эти деньги получать. Жалко Икунина. 4 миллиона 815 тысяч 58 рублей. Откуда деньги? Как откуда? Билеты покупали? Что спрашиваете-то? Откуда еще они могут быть? Откуда больше? Ничего. Но там, конечно, еще, как вы понимаете, перевозка всяких промышленных грузов. Надо этих подстричь еще. Предприятия наши. У них слишком высокая, видимо, рентабельность. За перевозку с них взять побольше. И деньги пойдут рекой. Интеррао ЕС. О как. Борис Ковальчук командует этим делом. Ну, это скромно, скромно. Там 9 всего членов правления. И всего 4 миллиона 770 827 получают в месяц. Вот вы бы получали 4 миллиона 727 тысяч, вы бы загрустили. А почему? Потому что узнали вы, что вот интересно, в Роснефти 17 получает, а вы 4. Ну, что? Да. Россети. Сети – это очень важно. Провода, по ним идет электричество. Там 5 членов правления, вот они правят. Хорошо правят. По 4 миллиона 617 483 рубля получает в месяц каждый. Вот у вас бы каждый месяц приходило 4 миллиона с лишним. Что вы бы с ними делали? Как вы думаете? Это уже, вам же страшно было. Вот сейчас на выходе уже убьют, а вы бы сразу охрану. Вы пойдете к ней охранником? Я бы тоже пошел. Пошли к ней охранником. Сколько нам будет зарплата? Я подумаю. Ну, по 100 тысяч вы уже заплатите со своих 4 миллионов. По 100 тысяч нам бы и не помешало, да? А мы бы вам пирожки купили. Вот, с чаем остальным. А вы тоже в охрану пойдете, у вас как раз смотрится так. Уже подстрижка такая. Я думаю, вы готовы уже. А я у вас буду научный консультант. Ну, мне там накиньте хоть 20 тысяч еще сверху. Чего? Накинь. Все, мне накинут. Так, ФСКЕС, Федеральная сетевая компания Европейского экономического сообщества. Андрей Муров, а там был Бударгин. 9 человек руководит этой компанией. Ну и они руководили только на 2 миллиона 462 352 рубля в месяц. Ну и вот Ростелеком, это уже это совсем, можно сказать, нищета. 15 человек нищих руководит этим Ростелекомом. Да, и они вообще в 2014 году, все данные на 2014 год, 1 922 166 рублей в месяц получают, даже 2 миллионов не получают. Не судьба. У нас есть еще Сбербанк, куда все старушки самые гроши несут на всякие, для сбережения. Он же сберегает, правда? Сберегательный банк сберегает. Все гробовые туда несут, дескать, а вдруг я умру, а чтобы моим этим внучкам было, как меня похоронить, хотя бы в деревянном гробу, а не в полиэтиленовом мешке. Вот, значит, собирает эти деньги. Это дело трудное, конечно, деньги собирать, как вы сами понимаете, со всего народа. Очень тяжелые, хлопот много доставляет. Вот. И в итоге, значит, у меня даже свежих данных о том, сколько получают члены правления Сбербанка, нет. У меня данные за 2007 и 2008 год. В 2007 году 3 миллиона 800 в месяц. 20 членов правления, а в 2008 грянул кризис, сразу членов правления стало 24, но обычно сокращение же идет. А тут надо было подкормить как-то своих. Оптимизация. Да? Естественно, это привело к падению. И стало у них только вместо 3 миллионов 700 всего лишь 3 миллиона 400 тысяч. Вот вы подумали, вот, что у вас было в прошлом году, в прошлом месяце, в прошлом году на 300 тысяч больше. А сейчас вы потеряли 300 тысяч. Чего вы улыбаетесь? Вы бы не улыбались, если бы на самом деле. Вы бы горько плакали. Как люди страдают. 300 тысяч потерять. Вам это не понять вообще. Ну, теоретически, попытайтесь вот так войти в образ, осознать.
понять должны, вот если я покупаю острова, представляете, как сложно купить острова? Это надо вот, там, следить, там, чтобы меня не обманули, оформлять все, денег не хватает. У вас-то нет почти затрат, а тут сумасшедшие затраты на острова. Или яхту надо купить, которая миллионы стоит. Это вот очень важно посмотреть. Это что мы сейчас смотрели? Это в государственных компаниях. А вот почему они так делают, как вы думаете? Они вот очень просто делают. Наши компании, как организованы, в виде ОАО. Вот эти все. ОАО, ОАО. А что такое ОАО? Открытое акционерное общество. Как бы они организованы как частные предприятия. Хотя и частные, но принадлежат классу капиталистов в целом, поскольку у нас разные государства. Ну вот если они больше денег вобьют в зарплату, это что будет означать? Что это затраты большие, правильно? А прибыль станет меньше. Что должны сделать люди, которые сидят в этих самых компаниях с точки зрения оптимизации своей зарплаты? Постараться зарплату увеличить, тогда затраты вырастут, прибыль уменьшится. А потом приходят и говорят, ну у нас прибыль маленькая, сколько вы с нас возьмете? Ну сколько со всех? Ну сколько со всех, столько и берите. Мы люди честные, налогопослушные. Берите с нас сколько со всех. Сколько надо, столько и берите. А уже прибыль такая маленькая, что мне многое не возьмешь. Мы думаем, что это государственная компания, они нам прибыли принесут. А они, прежде всего, принесут им большие зарплаты, которые пойдут в затраты, и которые не будут считаться в прибыли. Поэтому это как бы святое дело. Увеличили затраты, сократилась прибыль. Можно делать так, чтобы прибыль была ноль? Вы приходите у меня налог брать на прибыль? Я говорю, пожалуйста, берите с нуля. Какой процент прибыли вам? 25, 50, 100? Сколько надо? Мне не жалко. С нуля. Все равно ноль. Но это искусство. Надо думать, что туда загнать затраты. Например, вот я профессор. Я могу выступить у вас консультантом, если вы будете вот крупным предпринимателем. А затраты на консультационные услуги и информационные услуги в области управления не облагаются налогом. Ну вот мы с вами договорились, вы мне платите миллион. Это у вас затраты идет, прибыль сразу маленькая, налоги с нее, соответственно, маленькие. Вот. Мы ни о чем не договаривались, вы просто мне платите миллион, а я на 7 ноября я вам полмиллиона просто в качестве подарка даю. Могу я вам подарить от чистого сердца? Вы-то мне зарплату выдали за консультационные услуги. Наука – это же страшное дело. Правильно? Это что, по закону? По закону. На закон кто делал? Ну, кто хотел деньги получить эти, тот и делал. Как вы думаете? Кто делает закон? Закон – это что? Право – это что? Не знаете, что такое право? Вот вас все и надувают. Более сильно. А? Более сильно. Ну, близко к теме, да, близко. Что такое право? Ну, вообще, вот очень так по смыслу, очень содержательно сказали, по форме не точно, а по форме так у Маркса звучит. Право – это возведенная в закон воля господствующего класса. Право это возведенная в закон воля господствующего класса. Отсюда и поговорка. С сильным не борись, с богатым не судись. Сейчас я вам расскажу, как это действует право. Вот я профессор по кафедре экономики и права, и это мне звание дал не при социализме я получил, а при капитализме. В 2005 году. Вот я вам расскажу, как оно действует. Значит, бандит у старушки украл 100 тысяч рублей. И кто-то старушку, вот из тех, которые не знают, что такое право, надоумило подать в суд. Ну, бандит что сделал, так сказать, сразу быстро нашел адвоката. Вот вы у нас, вы же серьезный адвокат. Дал вам 50 тысяч, я знаю вашу публику, это адвокаты. Вот вам пока 10 тысяч, когда выиграете у старушки, получите остальные 40. Поняли? А так я вам дал 50, он сразу бежит на другой процесс. Скажет, некогда. 10 тысяч немало. Ни за что, можно сказать, получили. Пока.
Вот. И дальше, значит, идет, как вы думаете, кто выиграет? Вот этот адвокат, молодой, здоровый, умный, знающий, или старушка? Он же ей объяснит, бабушка, да вы не помните. Это он вам приносил деньги. Это кто-то другой у вас взял. Или вы сами потеряли, или сожгли в печке. Я видел, как вот вы туда кидаете, не знаю что. У вас же памяти уже нет. Ну, сколько, как у вас с памятью? Хорошо. Да нет, где же у меня с памятью, милок? Конечно, плохо. Ну вот видите. И выиграл. Кто выиграл? Ну, пришлось поделиться вот с ним. Ну, по 50 тысяч на брата и не так, и плохо. Правильно? Или, скажем, вот я контактировал, сотрудничал с товарищем Денисом Юрием Александровичем. Он у нас был в свое время замсекретаря парткома, потом был ректором юридического института на Васильевском острове, частного, негосударственного. Жена у него, руководитель коллегии адвокатов, говорит, ну я как к ней прихожу, так я вижу весь бандитский Петербург. Вот вы были бы адвокатом. Вот я прихожу к профессору, у меня 42 тысячи рублей зарплата. И она приходит на нее, доход 3 миллиона. Она, вы кого будете обслуживать, кому пойдете защищать? Ко мне, конечно, да? Конечно, ко мне, да. Я верю. 3 миллиона. Но она вам столько не даст, но может миллион дать. Ей миллион. Ну, жадный, тогда он даст вам 500 тысяч. А я не жадный, я вам дам 10 тысяч. Чувствуете разницу? И вот постепенно получается, что все эти квалифицированные так называемые адвокаты, они... Единственная беда, что был еще институт общественных защитников, вот я был общественным защитником у своего коллеги, и ничего не удалось сделать тем, кто хотели его засудить. Потому что общественный защитник те же права имеет, только единственный недостаток – я деньги не получал за свою деятельность. А процессов, ну, в многих процессах участвовал и выигрывал. Так теперь придумали, что надо вообще, чтобы защитники придумали, что защитники не должны быть от общественных объединений. А вот если судья решит, что вот назначить, тогда можно. А еще лучше вообще перекрыть этих всяких вот, чтобы по доверенности. Сейчас я по доверенности могу быть вашим. Вот вы доверенность дадите мне на 3 года, только без права передачи денег, потому что я могу не удержаться. У вас же деньги бешеные там будут, я как понял, в вашем судебном процессе. А человек же он слаб. Поэтому без права передачи денег на 3 года мне даете. С вас сдерут, конечно, 700 рублей за это удовольствие. И зато я могу во всех судебных инстанциях, и в Верховном, и в Конституционном, вместо вас ходить. И я вот ее представитель. И все, по доверенности. А вы будете сидеть тут на занятиях, не беспокоиться. Давайте этих представителей уберем, потому что они сбивают цену этим самым адвокатам. Давайте только вот членам адвокатских коллегий. А эти члены адвокатских коллегий набирают много всяких дел. И они только вот одно дело идет, они уже на другое берут, на третье. Как пчелки, они же с одного перелетают цветка на другой цветок и так далее. Вот так они и летают, облетают и так постепенно и собирают мед, делают. Я вам зачем эти цифры назвал? Потому что мы сейчас будем считать сегодня, а какая нормальная зарплата. Потому что после этих цифр она вам не покажется большой, я думаю. А что значит оптимальная зарплата? Оптимальная, наверное, какой-то критерий должен быть, ну, который отвечает, вот в данном случае, оптимальная зарплата, которая отвечает законам того общества, в котором мы живем. Мы в каком живем обществе? Капиталистическом. Значит, если я рабочий, продаю что? Свою рабочую силу, как товар. Как это? Существуют законы экономические, которые говорят, на каком уровне должна быть та сумма, которую я получаю. Вот та сумма, которую я непосредственно получаю, называется цена рабочей силы. Да? Цена рабочей силы. Я вот продаю свою рабочую силу, а цена это что? Мы в прошлый раз политэкономией с вами занимались. Это что? Как определяется цена? Это денежное выражение стоимости товара. Цена, запишите, там это мы еще там не записывали, мы не успели. Цена – это денежное выражение стоимости товара. То есть то количество денег, которое за этот товар могу получить. Правильно? Фактически.
Цена – это денежное выражение стоимости товара. А стоимость товара мы тоже не изучали с вами еще. С ценой-то понятно, а стоимость? А стоимость – обычно это стоимость, та величина, вокруг которой цены колеблются. Как бы центр колебаний цен. А это на самом деле закономерный уровень цен. Закономерный уровень цен. Это та величина, вокруг которой вращаются цены. Ниже, выше, выше, ниже. Спрос, предложение. Вы же понимаете, вот сделали много чайников, а я чайник делал. Думаю, сейчас озолочусь. Чайников нету. Дефицит. Я выйду на рынок и буду продавать по 1000 рублей. А вот он тоже делал, сидел, корпел. Он тоже увидел, что чайников нету, и тоже делал. И вы делали. И все мы вышли, и все с чайниками. Ну и по 20 копеек продали эти чайники. И пошли, напились и подрались после этого. И все. Чем дело закончилось? Потому что весь наш мелкий бизнес сгорел. То есть, и наоборот. Ну я вот, так сказать, так. Почувствовал, что скоро чайников не будет. И успел первый выскочить. Раз, а больше никого нет. И говорю, сколько чайников? 5000. Да вы что, говорит, с ума сошли? Бог. Вы что, побойтесь Бога. Я говорю, мне Бог разрешает. Покрутились. Ну вы хотите, не пейте чай. Пейте чай из чугунков. Без носиков. Покрутились, купили. Ну, у нас разные есть люди. Пришли, может, из РЖД купили. Или из других компаний, которые я тут перечислял. В общем, сбыл я свой чайник, а вы опоздали. А раз вы опоздали, то вы не успели. А если не успели, то вы не успевающий, не успешный. А я успешный. Чувствуете? Вот сейчас ведь как? Если у вас мало денег, вы не успешный. Вот единственное, что не получается, вот с умом, вот про всех этих самых богатых как-то рассказывают такие анекдоты, что они там не очень смотрятся. Вот, например, анекдот, как встречается заведующий кафедрой математики и его школьный товарищ, которым они вместе сидели за партой. И этот заведующий кафедрой профессор, доктор физико-математических наук, слушай, говорит, откуда у тебя деньги? Ты же 2×2 не мог умножить. Ну скажи, ну как это вот получается столько денег? А тот бодро так отвечает, очень просто. Я за $2 покупаю, за $4 продаю. И на эти 2% и живу. Он по-прежнему даже не знает, что такое 2%. А живет? Или летит самолет. Один богатый вообще человек сидит. Ему объявляют «Баден-Баден». Он поворачивает голову. Что повторяете? Мы не лохи, сказали один раз. Так что денег я вам не обещаю, как лектор и профессор. А то, что вы поумнеете, если будете хорошо, это гарантия 100%. Наша фирма веников не вяжет. Ну, с умом можно какие-то и деньги заработать. Но, как показывает практика, если нагло и без ума, можно больше гораздо заработать. Говорит, а что, если вы такой умный, такой бедный? Потому что я не жулик. Я знаю, как жульничать, но это я не буду делать. И знаю, как вы жульничали, как вы получили. И у вас вообще место в тюрьме. Это не сразу делается, как вы понимаете. В тюрьму же не сразу отправишь. Некоторые долго ходят, как Ходорковский ходил. Этих самых. Что он такое сделал-то? Он же из комсомольцев. Центр НТТМ, научно-технического творчества молодежи. Компьютерами спекулировали. Части поставляли, а потом их собирали, так сцепляли и продавали втридорога. На этой спекуляции возросли. Или, я читал, например, документ, подготовленный прокуратурой. Вот, скажем, эта компания ЮКО задолжала 3 миллиарда налогов. А ее раз и соединяют по закону, как бы. Соединяют с медвалидской фирмой на Урале, в каком-то городе. Путем присоединения этой компании к этой фирме. А инвалидские фирмы платят налоги? Нет. Все, нет. Экономия 3 миллиарда рублей. Красота. По форме вроде так
И по закону, на самом деле, мошенничество. Значит, стоимость, величина стоимости – это та величина, которая является, можно сказать, оптимальной, нормальной для капитализма. Это цена, которая является закономерным центром. А чем определяется? У Маркса в «Капитале» доказано, что стоимость определяется общественно необходимыми затратами труда. То есть труд вообще бывает разный. Более сложный, менее сложный. Надо свести его к однородному труду. И вот количеством этого труда, общественно необходимыми затратами, не столько, что вы будете сидеть там и медленно-медленно делать, а это не будет вам в зачет. В зачет будет средняя, так сказать, средняя интенсивность, средняя скорость вашей работы, да? Вот средние затраты, которые получаются на этот продукт по всей экономике. Вот. Вот этими средними затратами, они называются общественно необходимыми затраты труда, общественно необходимыми затратами труда определяется величина стоимости. Величина стоимости определяется общественно необходимыми затратами труда. Величина стоимости товара определяется общественно необходимыми затратами труда на производство этого товара. Вот давайте возьмем наш специфический товар рабочая сила и будем разбирать, что с ним-то происходит. Специфический товар рабочая сила имеет какую потребительную стоимость для капиталиста? Вы зачем его купили? Зачем вы купите этот товар? Чтобы он работал, мне давал мне доход. Ну, доход. А потребительная стоимость какая у работы? У каждого товара есть потребительная стоимость. Сказать, какая потребительная стоимость у этого товара? А? Какая? Какая? Чтобы вы пили его, воду эту. А из чего это сделана вода, знаете, нет? Лучше не знать. Почему? Можно знать. Вот и почитайте. Вот сейчас я вам скажу, что тут написано, из чего сделано. Так. И потому что... А для тех, кто ее производит, он производит стоимость, правильно? Те, кто продавали. Кто ее продает? Кто делает аква минерале? Как вы думаете? Какая фирма? Российская или американская? Американская. Американская, конечно. Ну, если аквамирали. Если по-французски написано, значит, какая фирма? Или русская, или американская, потому что русские не могут по-русски писать, это точно. Они обязательно пишут кофе хауз. Я ужасаюсь, так сказать. Я немножко знаю английский язык, могу даже свободно говорить, но я хауз-то не говорю. И пью кофе, и хауз как-то там. Вы что-то как, или так, давайте говорить. Хауз. Ужас. Кофейный дом нельзя сказать? Ну, ведь как это мы в России скажем кофейный дом? Мы с ума сойдем, если мы скажем кофейный дом. А вы пойдите в Америку, там почитайте, там написано кофейный дом. Наверное, да? Ну, раз мы так, а не так, у нас, наверное, такие договор с американцами, что они там все по-русски пишут, а мы все по-английски. Правильно? Ну, читаем, из чего она сделана. Хранить в сухом месте, понятно. Мокрое в сухом надо хранить. Так... А что не написано-то? Сейчас написано. Изготовитель. Вот, PepsiCo Holding. Московская область. Солнечногорский район. Территория свободной экономической зоны Шерри-Эо. Так. Ничего не написано-то? Вот дают. Еще изготовлено. Ну, это вообще у вас какая-то поддельная бутылка. Обычно пишут, что сделано из... Если это пепсикола, очищенная вода муниципального источника водоснабжения. Это что такое муниципальный источник водоснабжения, сказать? Водопровод, да. А Кока-Кола какую воду дает? Чего вы не знаете-то? Вот, это Кока-Кола. Вот она, Бонаква, да? Это Кока-Кола. Это тоже наша дружественная американская фирма. Мы без нее пить из нашего водопровода не можем сами. Нам обязательно нужно налить бутылочку, заплатить, чтобы мы заплатили денежки. И... А где Кока-Кола у нас завод, знаете? Не знаете? Вот, едешь, да, Пулково в районе, с левой стороны там. К мосту подъезжаете, вот, предпортовый. А тут написано централизованного источника водоснабжения. Тут муниципального. Ну, у вас вообще не написано. Может, у вас вот паленая вода. Ну, не расстраивайтесь, все равно вода.
То же самое. Монако. А я на днях купил и шел в университет по Волховскому. Мимо нашего, одного из зданий нашего университета, там же у нас школа менеджмента имеет. Там, где был институт гипроцемент. А направо магазин зашел, хотел купить Ессентуки. Потому что Ессентуки у нас, между прочим, это минеральная вода на самом деле. Это не вода из водопровода. И хорошая, и полезная. И смотрю по Люстрову. Люстров, который производится в Ленинграде. Железистый, так сказать, способствует увеличению гемоглобина в крови. Я продавцу говорю, а можно у вас это по люстру купить? Он говорит, да вы что, посмотрите, он же там, эти, мутная вода. Я говорю, так это же железо. Он что, не знаете, что феррум, он дает такой вот, и осадок может быть, феррум. Ну, смотрите, говорит, сколько стоит? Говорит, 35 рублей. Я говорю, ну, здорово. Так что вот у нас тоже есть вода своя, но ее не найдешь. Это потому что идет конкуренция. Потому что конкуренция такая. Ясно, что там 35 рублей, а тут чего, воду налил, бутылки надул. Они же вот такие маленькие бутылочки приводят. Я это хорошо знаю, как делается. Вот такие маленькие. Потом их делаются большие, наливают воду. Ну, через, наверное, через какой-нибудь очиститель. Ну, чтобы писать очищенное. Это как они очищают? Ну, он продает всякие средства. И после этого наливают сюда все. Никаких затрат никаких нет. Это помощь Америке нам. Потому что нам трудно же пить свою воду. Америка нам поможет и помогает. Заодно она поставила там в разных магазинах шкафы надписи «Кока-кола». Бесплатно, конечно. Чтобы люди видели, что везде «Кока-кола» и покупали. В общем, присоединяйтесь к нашему клубу «Кока-кола» и «Пепси-кола». Значит, в чем потребительная стоимость рабочей силы? В том, чтобы создавать стоимость. Единственный товар, который может создавать стоимость, это рабочая сила. Берегите ее. То есть, если у вас ничего нет, кроме ваших рук, то у вас есть товар, рабочая сила, потребительная стоимость которого – создавать стоимость. Какую? Сколько? Создавать стоимости больше, чем пошло на воспроизводство этого товара. Вот замечательный товар. До Маркса никак не могли эту загадку разрешить. Думали, как же так? Вот вроде продаем труд. Но если мы труд продаем, так сколько труда есть, столько и получим. Никакого не может быть прибавочной стоимости, правда? Никакого дохода. Если у вас, вы труд мне продали 8 часов, я получил 8 часов, за него 8 часов заплатил. Эквивалент. И что тогда? Капитализма не может быть, если не найдется такой товар на рынке, который стоит меньше, чем создает стоимости. Чувствуете как? Так вот, мы все с вами обладатели такого товара, с чем я вас поздравляю. У них острова, а у нас такой товар необыкновенный. У них тоже есть, но они его не умеют использовать. Значит, потребительная стоимость, полезность стоимости этого товара – в том, чтобы создавать больше стоимости, чем пошло на его воспроизводство. И вот вы пришли ко мне работать, я капиталист. Собственность у меня на средства производства. Случайно бабушка оставила. А у вас нету. Значит, ну, неудачница вы. Ну, что делать? Приходите ко мне. Вот, я вам заплачу. Я вам буду честно платить. Честно, честно, причестно. Вот сейчас все хотят честные, чтобы были выборы. На честных выборах кого выберут, как вы думаете? Если вы выберете честно. А? Самого честного. Нет, неправильно. У нас какое общество? Капиталистическое. Капиталистическое, буржуазное. В буржуазном обществе действует закон, как и во всяком обществе, о том, что общественное бытие первично, а общественное сознание вторично. Действует? Или не действует? Действует. Первичность общественного бытия. Ну вот. Значит, какое сознание в буржуазном обществе? Буржуазные. Это что значит? Что в большинстве голов какие мысли? Буржуазные или пролетарские? Буржуазные. Буржуазные. А если честные выборы, то они не исказят это вот обстоятельство, что в большинстве голов буржуазные мысли? Не исказят, если честные. И нечестные же хотят все это исказить, чтобы раз-раз перечеты мухлевали, голосовали, и раз и пролетариат победил. Такого не может быть, правда? Но если нечестные будут, то может быть. А чьи выборы же должны быть честными? А честные обеспечивают господство каким партиям? Буржуазным или другим?
буржуазным. Не расстраивайтесь. И следующие выборы это обеспечит вам, гарантированно. Все будет хорошо. Если честно, конечно. Вы там не мухлюйте, пожалуйста, только. А то раз, и кто-нибудь, и студенты какие-то придут еще в депутаты, там захочется им по 150, по 250 тысяч получать в Думе. Чего захотели, да. Вот такой замечательный товар, рабочая сила. А следовательно, если, скажем, вы возьмете величину, которую создали стоимости в течение своего рабочего дня, и вычтите ту величину, которая пошла на воспроизводство этой рабочей силы, да, то это будет прибавочная стоимость. Продукт, который вы создали, и который пошел на оплату вашей зарплаты, то есть на оплату воспроизводства вашей рабочей силы, это необходимый продукт. Без него я умру, и у вас не будет ничего, никакой прибавочной стоимости, если я рабочий. А вот это прибавочная стоимость. И вот в «Капитале» есть такая глава в первом томе, которую я очень бы советовал вам прочитать по этой теме. Конечно, не здорово, что вы только отрывки и обрывки читаете, но хотя «Капитал» заслуживает того, чтобы ее целиком прочитать. Но, во всяком случае, по этой теме надо прочитать абсолютная относительная прибавочная стоимость. Как увеличить свою прибавочную стоимость? Два есть пути. Ну, может быть, вы будете капиталистами, вам же надо это знать. Маркс объяснил, как увеличить прибавочную стоимость. Либо надо удлинить рабочий день. А чем хорошо, то сверхурочно будете работать не 8 часов, а 10, а лучше 12. 12 часов же хорошо работать. Кому хорошо? Мне хорошо. Мне хорошо, если я капиталист, а вы у меня работаете. 12 часов, потому что зарплата эта ваша не изменится. Я ее честно вам выплачу, стоимость вашей рабочей силы. А сверх этого уровня пошла прибавочная стоимость. Она будет больше. Поэтому, естественно, стремление удлинить рабочий день. А есть другой способ. Там эти вот начнут бузить вроде вас, я чувствую, что вы недовольны будете удлинением рабочего дня. Ну ладно, говорю, хорошо, вставляем вам 8 часов. Применяем технический прогресс, то все. Выружаю вас, вы только на современной технике довольны. И получается, что вы свою зарплату, эквивалент своей зарплаты создаете за полчаса. А 7,5 часов будете на меня работать. И я доволен, и вы довольны. Видите, как хорошо. Мир. Вот конфликт, как разрешать надо. Никаких проблем. И научно-технический прогресс внедряем. И вам хорошо. Я вам даже могу накинуть там рублика 2-3. Тем более, что мне сразу с этого у вас, этой вашей работы, сразу 20-30 тысяч сразу раз прибавляется. Ну, вам 2-3 рублика накину, и вам хорошо, и мне хорошо. Идеально. Это же разрешение конфликта, правда? А зарплату будем платить честно. И вот сейчас мы будем эту честную зарплату с вами считать оптимальную. Считать будем. А как ее считать? Что значит затрата на воспроизводство работника? Надо, чтобы этот работник воспроизвелся, чтобы семья его воспроизводилась, правильно? Вот. А в семье двое человек работает, поэтому надо так посчитать зарплату из расчета того, что двое работает. А сколько детей должно быть в семье, чтобы не вырождалась Россия? Трое. Трое. Вообще-то 2,4 нужно, но 0,4 не рождается. Нет, 2,4 нужно, чтобы баланс был. Вот как было 150 миллионов, и навечно. Да нам плевать, что в Индии 1,2 млрд, а в Китае 1,3 млрд. А у нас как вот было 150 миллионов, так и будет. Это не важно, что у нас в Советском Союзе было 300. А вот у нас будет 150 и никакого движения. Сейчас у нас есть движение в отношении. У нас хоть, слава богу, как говорится, вот сейчас большого падения нет. А так у нас же, начиная с 90-го года, рождаемость была ниже. Смертность вот так, рождаемость вот так, и это, так сказать, крест России. И вот сейчас где-то вот так вот хочется сказать, что вот рождаемость превышла, но как-то все это на уровне ошибки. Вот. Можно сказать больше, можно сказать меньше, вот они где-то вот на равных. В общем, стабилизировало все. Стабильность у нас. Стабильность – это хорошо? Если стабильно много умирает, это хорошо? Или стабильно мало рождается, это хорошо? То есть, когда о стабильности говорят, тоже нужно думать.
Александр Дмитриевич, читаю лекцию для конфликтологов. Я на факультете. Да, как только занятие закончится, хорошо. У меня лекция 13.10 кончается. Да, 13.10. Товарищ Карпенко, вам знаком? Доцент. Звонит. Александр Дмитриевич. Так. Значит, надо посчитать все затраты на воспроизводство 5 человек. А что значит, как их вот их считать? Ну, надо еще посчитать, сколько лет будут работать. Вообще вы мало-то собираетесь работать. Вот уже думает правительство об увеличении пенсионного возраста. Вам еще до пенсии когда небо. А оно уже думает, чувствуете, как заботится о вас. Обо мне уже не заботится. Я нахожусь в возрасте, как называется это сейчас? Сейчас формулировки очень хорошие, красивые такие. Возраст дожития. А до чего я дожить должен? Вот. Ну, просто приятно слушать. Мне так радостно сразу, что есть люди, которые понимают, что такое возраст дожития. А у вас возраст дожития большой, а у меня возраст дожития поменьше. Но я-то, так сказать, эту пенсию получил после, получив 60 лет, а вам говорят, ну что вы 60 лет пойдете? Вы же в 60 лет будете румяная, красивая, цветущая женщина. Давайте с 70 идите. То есть до 70 ничего не получите от государства. Поняли? Сейчас об этом думают люди. Не видели Суланов, министр финансов? Министр финансов должен знать, между прочим, что доходы бывают от развития экономики, а не от того, что берешь пенсионеров. Но они, похоже, с ума сошли. Вот, например, высшая школа экономики изучала, как откорректировать концепцию социально-экономического развития, подписанную Путиным в 2008 году. Вот они думали и придумали, что надо увеличить пенсионный возраст. Ничего другого не придумали. А вам не кажется, что если производительность труда повышать, то доходов будет больше у всей страны? Нет? Нет? Ну, вы скажем, вам, может быть, Америка не нравится, но вы посмотрите, как эта экономика там развивается. Там темпы роста производительности труда высокие по сравнению с нашими ничтожными. Но ведь проще продавать, пока есть что. А? Нет, распродавать Россию, конечно, проще. Если распродать Россию, она такая большая, то можно долго-долго распродавать. Вот и продают. И убежать. Ну, вот некоторые убегут. Некоторых не успеют убежать, поймаем. Так, вот, значит, так вот мы будем исходить из стабильности, что работают люди 25 лет всего. Ну, допустим, если бы 25 лет, это вот, скажем, с учетом того, что если трое детей, то, между прочим, если по 3 года до ребенка декретный отпуск, 9 лет минус. Правда? Вычет из работы. И вот, значит, стаж. Стаж 25 лет, этот 25-летний стаж дает гарантированную полную пенсию. Сейчас, конечно. Завтра может уже не давать. Но пока. Мы сейчас вот рассчитывать будем. Сейчас, сегодня. Вот сегодня и будем рассчитывать из этого. 25 лет. Еще есть такая хитрость, которая всегда бывает у математиков. Потому что 25 лет, если умножить на 12 месяцев, то будет сколько месяцев? Есть тут... арифметики изучал. 25 на 12 умножьте, пожалуйста. Объясняю, как умножать. 25 на 10 – 250. Да? И на 2 еще. Еще 50 – 300. Я первый посчитал. 300. 300 месяцев. А надо ведь... Мы же хотим ежемесячную зарплату посчитать. Ежемесячную цену вашей рабочей силы. На месяц. Правда? А поэтому 25 лет – это 300 месяцев. Чтобы вот любые затраты взять, какие у вас были в течение вашей жизни, или будут. Сейчас мы о вашем будущем будем заботиться. Или будут. Их поделить на 300 и будет в расчете на месяц. Вот это даст такую величину. Это будет ее как раз составная часть в месячной зарплате. Понятна методология? То есть берем все затраты по позициям. Мы не будем в кучу сваливать. По позициям. По каждой позиции, допустим, вы две покупки сделали какие-то вот всего. Всего лишь один раз купили квартиру. Один раз. Мы разделим стоимость этой квартиры на 300. На 300. И получается, сколько же на месяц будет приходиться
В зарплате должно быть оплатой квартиры, правильно? Может, квартира у вас через 10 лет будет, вы будете купать, или через 15, или 20. Или вам скажут уже, все, ребята, идите, это, сейчас у нас аренда, найм, снимайте. Сейчас уже развивается найм. Только раньше это по дешевке было, как вот, скажем, у меня. Я живу в неприватизированной квартире, потому что я не приватизировал, потому что мне это не надо. Потому что смысл жилья не в том, чтобы его приватизировать, а в том, чтобы в нем жить. И когда к нам приходит что-то делать, спрашивают, ну, у вас, конечно, приватизировано. Нет, конечно. Ну, тогда вам бесплатно. Ну, делайте бесплатно. А почему я должен что-то зарплату делать? Это не моя квартира-то. Нет, я ее плачу, квартирную плату, и все. И сейчас разрешили деприватизировать, потому что некоторые никак не могут уложиться. Потом налоги на тех, кто приватизировал, начинают повышать. Это же ваше жилье, ваше жилье. А вот если градом побьет вам стекла и разрушит ваш дом, кто должен платить? Я. Вы же собственник. А если мой дом разрушит, кто должен платить? Это не мой дом. Вы отремонтируете, я буду дальше его снимать. Это я рассказываю, вот на самом деле, в городе Невинномысске мой товарищ, доктор экономических наук Мазур, был первым заместителем главы. И вот к нему после града, а град был такой вот, такое яйцо. Женщину одну убило, много очень пораненных. Разрушены, так сказать, все крыши, которые не новейшие, все были разбиты. Но новые крыши выдержали. Стекла с той стороны, конечно, с той стороны, где откуда косой град, чтобы все перебиты были абсолютно. И вот пришли там гонцы от народа, дескать, вот что будем, кто будет платить. Он и с ними беседовал. Значит так, детские сады государство будет восстанавливать, да, крыши все. Школы, общественные учреждения. И вот вы приходите и говорите, у вас дом какой, государственный или частный? Частный. Частный, ну, вы же понимаете. Или как сейчас... Сейчас вот говорят, вот весь у нас жилищный фонд во всей стране, говорят, надо ремонтировать капитально. Ну, капитально вы видели, что капитально? Все надо снять, оставить одни стены и перекрытие снять, и все заново сделать. Сумасшедшие деньги. Миллиарды. Это вот в свое время наш товарищ Яковлев, который у нас был губернатором и стал министром регионального развития, он взял и рассчитал, сколько это будет стоить для всей страны. Сколько денег должно государство выложить? Говорит, это народу не по карману, это невозможно. Тогда взяли и что придумали? Зачем это делать? Взяли и прогнали этого Яковлева, и он на пенсию ушел. А теперь говорят, ну это ваш дом. Дом ваш? Ну вы приватизировали? Спросите у родителей, приватизировали. А что вы с капитальным ремонтом к нам идете, к государству? Это ваше личное дело. Вы еще деньги платили, чтобы приватизировать. Идите ремонтируйте сами. Что, непонятно я сказал? Ваша чья собственность, кто-то ремонтирует. Чего непонятного я сказал? Логично или нет? Интересно, ваша собственность, а я буду ремонтировать. Нет, давайте лучше вы будете ремонтировать мою собственность. Вам не нравится это? А мне не нравится, что я должен вашу ремонтировать. Вот и все, мы разошлись. И вот сейчас начинаю там думать, как это, чего, а здание разваливается, трещат и так далее. Ну, мы это не будем затрагивать. Мы будем затрагивать одно, чтобы жилье, хоть одно. Ну, как можно считать, что вот вы один раз в жизни купите жилье? Вот я за свою жизнь ни разу не купил жилье. Я к жене пошел, выгодно женился. Ну, все. Потом у меня денег на то, чтобы купить жилье, нету. И я думаю, что если вы будете профессором, как я, то не получите столько денег, чтобы купить жилье. Идите на Форекс, там вас обдерут. И те люди, которые там работают на Форексе, обдирают тех людей, которых они обманули, те спокойно покупают жилье. Так вот, стоимость жилья надо разделить на 300. И тогда мы получим, какое оно будет составлять величину в месячной зарплате. Вы должны оплачивать это жилье. То есть, когда вы будете покупать, второй вопрос. Но в течение 25 лет вы собираетесь купить жилье или нет? Ну, считайте, сейчас считайте. А когда? Это же надо считать заранее. Это не просто так. Что там еще у вас? Ну, два раза ремонт будете делать в течение 25 лет? Не слышали какие? Не видели цифры, какие из ремонта? Поинтересуйтесь. Ремонтировать жилье. Так. Ну что, платное образование у вас будет? Или детки ваши будут платить? Я посмотрел в магистратуре. Там, если платное,
190 тысяч, тем, где я преподаю. Как раз вот 139-е, Б, напротив смотрю, там вышел перерыв. Что тут у вас, значит, где-то под 150 в год, а там 190. У кого бюджет? А вы уверены, что будет бюджет? Вы же видите, как тяжело нашему государству. Вы не хотите ему помочь? Почему вы не хотите нашему государству помочь? Видите, какие бедные там у нас вот люди, которые сидят в этих в госкомпаниях? Бедные. Им не хватает до 10. Ну что, ну только Роснефть перезашкалила за 10 миллионов. Ну так бы сделать 20 миллионов там, а остальные по 10. А вы со своей стипендией все срываете. Вот. Еще говорят, повысьте нам стипендию. Не видите, как людям тяжело? Денег нету маленьких у этих людей. Но если маленькие сложить, то можно получить большие. Там же не так много членов правления. Считайте, сколько нужно студентов, если с каждого взять там по 100 рублей, сколько, какая будет прибавка. Так. И вот все остальные затраты. Значит, медицина. Вот если много у нас аптек, это что, заботится? Здорово, да? А здоровье? Лекарства дорогие, потому что. Так это самое милое дело, открыть аптеку. Не открывайте эти козу, не надо их выращивать, эти козы, это будет одна морока. Открывайте аптеку, покупайте на Западе лекарства, красивые упаковки и продавайте. Бабушка придет, бабушка сам вам подержит. Со скидкой 800. Без скидки 1200. Ну, со скидкой. Ну, умрет бабушка раньше, так она же мучится сейчас. Жизнь вот будет тяжелой, но зато короткой. Зато у вас доход будет. Видите, сколько аптек? Прямо вот все озабочены. Один врач разговаривает со стетоскопом, так это слушает. И говорит, хорошо. Тот спрашивает, а что хорошо? Да хорошо, что у меня таких болезней нет. И вот медицина превратилась в такое хорошее дело, которое дает доход. Но надо сказать, что врачи у нас, тем не менее, хорошие. И надо сказать, что работают они все-таки в основном не за деньги. Но для этого есть еще у нас страховые компании. Страховые, которым страшно, а вдруг вас плохо вылечат. На всякий случай они создали такую компанию, цель которой что? Прибыль. Прибыль. И деньги попадают в страховую компанию сначала, государственные, а потом только, когда вот эти товарищи напьются этих денег, тогда попадают они врачам. А потом еще от врачей остается, тогда попадают больным. И больным еще попадает. Ну вот мы должны реально посчитать, сколько сейчас, с учетом того, что у нас условно-бесплатная сейчас медицина, сколько пойдет на медицину? Медицина, жилье, образование. Ботинки покупаете? Покупаете. Вот считайте. Все ботинки, что вы купите за 25 лет примерно, в расчете на месяц, сколько денег составит. И так далее. Рубашки. Так. Пудру учли. Зубную пасту. Так. Помаду. Так. Парикмахерскую ходите? Посчитали. Все надо посчитать. Мы же считаем для нормального воспроизводства. Почему для нормального? Мы же с вами конфликтологи, чтобы вот кому мы принесем вот такой расчет, они скажут, ну, да чего вы так много насчитали? Не, мы немного, мы насчитали нормально. Вот вычеркните, что вам кажется лишнее. Может, еда лишняя. Может, медицина лишняя. Может, образование лишнее. Вот давайте, выкиньте. Давайте доделаем наш расчет. Мы сделаем расчет, какой вот получается у нас, своим слабым умишкам. А вы нам помогите. Вы люди продвинутые, знающие, в хозяйстве разбираетесь. Вы нам покажите, где у нас ошибочки здесь. Ну вот я вам сейчас представлю, мы сейчас будем и делать этот расчет. Сегодня и в следующий раз. Сегодня у нас уже немного осталось времени. Вот сегодня и в следующий раз, чтобы в итоге это получить. Какая же зарплата соответствует стоимости, чтобы узнать, а как с ней соотносится цена, которая у нас есть. То есть зарплата, она
близка к стоимости или далека от нее. Правильно? Это важно. Вот, например, если вы возьмете все другие статьи расходов собственника средств производства, за электроэнергию он платит? Или он так объясняет этим сетевым компаниям: слушай, я тебе не заплачу, потому что у меня денег сейчас мало. Как на это смотрит сетевая компания? Она с него сбирает и все, без разговоров. Если краска нужна, а вот вы краску продаете, я говорю: знаете что, я вам заплачу только треть. Вы скажете: да, до свиданица. Идите куда, и ищите себе таких дураков. Вот, мы не из таких. То есть, куда я не пошел, поэтому куда я ходил, и вот оказался, наши родные люди, это вот те, кто продают рабочую силу. Вам взять денег нет, поэтому я много не плачу. Нету денег. Ну, если у нас товарное хозяйство, так давайте как-то все это под одну гребенку тогда будем на равных смотреть. Если рабочая сила – это товар, так давайте. Сколько надо за товар давать? Сколько стоимость его? Правильно? А все остальные товары идут по такой цене. Издержки производства плюс средняя прибыль. Потому что я, может быть, делаю носки, а другой делает металлургические заводы. Так а должно быть у нас братство капиталистов, поэтому на вложенный капитал нужно получать одинаковую прибыль. При одинаковой норме прибыли. Правильно? Если на 10 миллионов я должен получить, если 10%, я должен получить 1 миллион прибыли. А что я делаю, это не важно. Вот я, этот капитал будет переливаться в ту отрасль, которая более высокодоходная, пока там цена не снизится, не уравняется с остальными. Это третий том капитала. Цена производства, как центр колебаний цен. Ну, а какой рабочего? У вас же нет никакой прибыли. Вы просто затратили свой труд. Вот ваш труд посчитаем, это и есть стоимость, которая должна пойти на воспроизводство товара, рабочая сила. Вот это методология подхода. Вот так нужно считать оптимальную зарплату. Это не значит, что вы, так сказать, получите все, что вы создали. Это совсем другой строй тогда, это уже коммунизм. А мы считаем при буржуазном строе, сколько должен получить рабочий, если все это считается по основному закону капитализма. Основной закон капитализма какой? Какой основной закон капитализма? А что, вас основной закон коммунизма, что ли, спрашивают? Ну, давайте основной закон коммунизма. Какой? Формулируйте. Ах, вы ни капитализма не знаете, ни коммунизма, да, ничего не знаете? Два. Чего такое наговорили-то? Ужас. Ужас. В общем, не знаете. Ну, вам за коммунизм, я с вас не спрашиваю, я за капитализм-то не знаете основной закон. Не знаете основной закон общества, в котором вы живете. Где вы живете? Так вас можно облапошить элементарно. Ну, основной не знаете. Ну, ладно бы там второстепенные не знали. Основной закон капитализма – закон стоимости. Что это означает? Что вот если у вас будет товарное производство, и оно станет всеобщим, то если рабочая сила станет товаром, то появится, то вот этот товар и будет создавать прибавочную стоимость. Но это будет не в порядке исключения, а именно как развитие. Вот это посадите товарное зерно, и вы получите, соответственно, растение. То есть товарное хозяйство рождает капитализм, всеобщее. Всеобщее. Когда... Что такое капитализм? Вот его самое простое и хорошее определение, диалектическое такое, это товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром. Товарное хозяйство на том этапе его развития, когда и рабочая сила становится товаром, означает капитализм. То есть не так, что вот плохие люди у хороших людей забирают труд. Нет, это не экономическое определение. Экономическое определение очень простое. Товарное хозяйство на том этапе его развития, когда рабочая сила становится товаром. То есть если вы будете развивать товарное хозяйство, вы обязательно получите что? Капитализм. И вот делегаты 28-го съезда КПСС проголосовали за движение на рынок, и, соответственно, мы получили капитализм. А еще короче,
Вот студенты должны требовать короче, я считаю. Вот молодежь, она требует короче. А короче, всеобщее товарное хозяйство. Более короткого определения капитализма просто нет. Всеобщее товарное хозяйство, все товар, в том числе и рабочая сила. Вот и все. А дальше все из этого все вытекает. Всеобщее товарное хозяйство. Всеобщее товарное хозяйство. Ну вот, вот значит мы с вами имеем все предпосылки для того, чтобы начать считать. И будем сейчас считать по составляющим. Значит, мы считаем, что время трудовой деятельности 25 лет, состав семьи 5 человек, трое детей, исходя из государственных требований обеспечения нормального воспроизводства населения России, расширенного. Расчет величины стоимости рабочей силы рабочего Санкт-Петербурга. В ценах по состоянию на 1 июля 2014 года. Вот у меня более современных нету. Если у вас более есть современные, возьмите и пересчитайте. Я думаю, меньше не будет. Как вы считаете, если пересчитать в ценах на 1 июля 2015 года, вряд ли будет меньше, правда? Ну вот. Начнем с затрат на жилье. Для семьи в 5 человек требуется какая квартира? Сколько комнат? Нормальные, только не надо там знаете, замки строить. Только нормальные, три, вот, для нормального воспроизводства. Сколько? Три, наверное. А? Три. Три. А если разнополые дети? Четыре. Но мы как идем? На встречу собственникам средств производства? Или мы же на компромисс идем, да? Три тогда, на компромисс. Три, четыре? Три. Ну, чтобы мне сказали, ну вы выдаете три. На пятерых. Ну так давайте тогда. Трехкомнатная квартира. Как, значит, первый номер. Так, пишет, не пишет. Молодцы. Что пишет? За современные доски. О, первый номер. Квартира. Красным пишет, а черным не пишет. Так, квартира. Вот пишу квартира. Я кратко, а вы полностью. Значит, приобретение трехкомнатной квартиры в Санкт-Петербурге в кредит. Или у вас прямо есть деньги, сейчас выложите и все. У вас есть. Ну, а что вы не бережете свою стипендию? Вы бы складывали. И долго, если бы учились еще. Лет 30. Может, вы и наскребли бы на это дело. Так, в кредит. А что такое в кредит? Сказать? Что такое ипотека? И денежки потекли к кому? От вас или к вам? От вас. И сколько надо за одну? Что такое ипотека? Это одна квартира по цене трех. Понятно, я объяснил? Экономически понятно, да? Потому что если я вот богатый человек, ну я взял и заплатил, за квартиру купил. Думаю, слушай, надо вообще... Они не скажут, что они покупают. Надо брать квартиру. Вот сейчас объявляют, что я вот квартиру купил. Не слышали по эхо Москвы? Все, каждое утро объявляют. И постоянно. А дама там спрашивает, в кризис квартиру? Да, вот у метро Рыбацкая. Всего 1 800 000. Всем советую. Вам, кстати, он тоже советует. За 1 800 000 не купили еще квартиру у метро Рыбацкая? Что, не нравится вам квартира? Не нравится Рыбацкая. А, не нравится Рыбацкая. Ну, понятно, вам не угодишь. Ну, берите, вот там зеленые холмы рекламируют. Тоже там хорошие квартиры. Так. Только не берите, которые никогда не достроят. Вот я живу у Светлановской площади, а там дом строится уже 5 лет. Раньше там было написано, что он в 2010 году будет сдан. Потом это, значит, закрасили. Потом эту доску вообще убрали. И вот уже какая-то другая компания все-таки доделывает. Представляете, люди вот собрали деньги, отдали. И так получается, что кто сейчас собственник этого жилья? Вот если вы деньги за батон заплатили, кто собственник батона? Вы. А вот если вы долю в квартире, кто собственник этой квартиры? Нет, его. Вот эти, которые там шуруют, ваши деньги забрали, они и собственники. А потом вам они, если оформят, передадут и так далее, то будете собственники. То есть так вот вы на птичьих правах будете 5 лет, 10 лет ждать. В Нижнем Новгороде я наблюдаю, там долгострой уже лет, наверное, 8 стоит, значит, снизу облицован, а дальше просто пустые остовы. Страшное дело.
Так что, возможно, это один раз в жизни, а может, никогда. Но мы счастливый случай рассматриваем. Счастливый. Это значит, вы три раза заплатите, три цены за одну квартиру. Это счастливый случай. И получите ее. Поэтому лучше, конечно, желательно бы хоть и готовую квартиру по ипотеке, не связываться с этим делом. Первый взнос 15% составляет всего 750 тысяч рублей. Еще 750 тысяч рублей у вас нет? Ну, народ пошел. Вообще, ничего. 750 тысяч рублей. Ну, 54 тысячи ежемесячно надо из расчета цены квартиры. 4 миллиона 500 тысяч. Трехкомнатная. А всего-то 16 миллионов 950 тысяч рублей вам придется заплатить. Исходя из цены квартиры, ничего не пишут. Исходя из цены квартиры, вообще-то, вот я был на Матмехе, там писали много мелом. На больших досках, огромных таких. И, конечно, там аудитория была выше гораздо. Наклонная. И вот. Написали, потом так оттолкнули доску. Вниз пустая съехала. Дальше можно писать. Это невозможно здесь работать. Невозможно. Оптимизация. Ну, что это такое? Устно буду объяснять. А что, если, говорит, и так ясно, 16 миллионов 950 тысяч рублей нужно заплатить всего. Это мы еще за 25 лет все время будем платить. Это вот, значит, квартиру, которая стоит 4 миллиона 500 тысяч рублей. Вот придется заплатить вот столько всего. А в расчете на месяц, сущая ерунда, 56 тысяч 500 рублей. На 300 поделите эту величину. 56 тысяч 500 рублей. Начинайте платить. И за 25 лет вы оплатите все. То есть платить, вот 20, если 25 лет платить подряд, то есть вы уже будете жить и все платить. Если вы раньше хотите заплатить, пожалуйста, тогда не 56 500, а можете 90 тысяч платить, 100 тысяч можете платить. Это уже ваш. Раньше, пожалуйста. Хотя некоторые не любят. У них рассчитано на то, что вы так и будете им носить. А вы взяли и все заплатили, всю величину. 56 тысяч 500 – вот ключевая величина, составная в зарплате на жилье. Ну вот теперь страхование жизни и здоровья. Такое, если жилье будет столько платить, то, наверное, жизнь и здоровье под угрозой, естественно. Если 1% в год, ну вот 45 тысяч, чтобы была страховка, и умножить на 25 лет. Плюс затраты на страхование жилья из расчета 0,15% в год. Это 6750 страховка и даже на 25 лет на месяц. Итого за весь период трудовой деятельности 1 293 750 рублей. Страхование жизни и здоровья 1 293 750 рублей. В расчете на месяц 4312 рублей. Сущая ерунда. Три стипендии. Надо такую единицу ввести. Стипендия. Такой. Стипендия – это больше. Это меньше, чем 5 тысяч. Есть 1000 рублей, есть 5 тысяч рублей. Есть стипендия такая. Деньги такие выпустить. Стипендия называется. Раз не собирается их никуда менять. Это твердая валюта. Повышать не собирается. Три стипендии всего. Затрата на ремонт квартиры два раза. Составляет совокупность за 25 лет. По 400 тысяч два раза. 800 тысяч рублей. 800 тысяч рублей. Вас эти цифры не должны пугать, все равно у вас их нет. Значит, в расчете на месяц 2666 рублей. Ну вот, две стипендии вы заплатили уже. Затрат на ремонт квартиры. Так. Коммунальные услуги будем платить? У нас все по-честному. Будем платить. На оплату коммунальных услуг работнику за 25 лет придется потратить 2 миллиона 400 тысяч. В расчете на месяц 8 тысяч рублей.
6 стипендий. Всего-то. Так, на охрану квартиры. Все, последнего несут же. У нас неравенство. Коэффициент, знаете, какой децильный? 10% дохода с 10% самых богатых, отнесенные к доходам 10% самых бедных. 32. А в Америке 9. А в Европе 7. 5-7. В странах Скандинавии 3-5. При такой разнице в доходах есть люди обездоленные, которым есть нечего, придут и унесут из вашей квартиры что-нибудь. От них приходится обороняться. Но уже, говорят, бездомным будем направлять на работу. Сегодня по радио я слышал. Здорово придумано. То есть не думал, не как сделать бездомными с домами, а бездомный как получается? Очень просто. Я эту свою квартиру продал, хотел дочке подарить. Пока я собирался дарить, цены выросли, я уже и не купить никакую квартиру. Не купить, я пошел, с горя-то и выпил. А потом уже тем более не купить. Ну и пропил, короче говоря, все. И стал я бомж. Видели такие, летом сидят, такие книжки читают прямо. Книжки сейчас выносят на книжки, стульчики, там, что такое, только нет. Сидят на солнышке и читают, просвещаются. Мы-то не всегда просвещаемся, а они сидят, просвещаются. Но жизнь у них не длинная. Так, на приобретение книг, газет, журналов, музыкальных записей, оплату интернета, мобильные связи. За 25 лет придется потратить 480 тысяч рублей. В расчете на месяц 1600 рублей. Еще немножко вам бы Голикова накинуло, и можно было бы все это оплатить. С одной стипендии. Только кушать не надо. Потому что, когда кушаешь, мешают телефонные связи. Так, ну и седьмое. И на этом мы, наверное, сегодня завершим. Затраты на приобретение культурно-бытовой техники, музыкальные центры, фотоаппараты, видеокамера, мобильные телефоны и тому подобное. За 25 лет составит всего 215 тысяч рублей. Это на всех пятерых. И менять надо будет. У вас сколько лет телефону? Года полтора, наверное. Полтора, а у меня 4. У вас новейший. У меня Philips, правда, тоже неплохой. Маленький. Так, с двумя сим-картами. Ну, это тоже надо все учесть. Какая странная сумма. А? Странная сумма. На пятерых за 25 лет, с учетом того, что техника постоянно что? Меняется и... И что? И дорожает. И дорожает при этом. Ну, там накручивает что-то такое. Вот, скажем, этот стоит телефон 1900. Ваш сколько телефон стоит? Побольше. Побольше. 5, а может 15 будет. Разные бывают цены. Хотя с ростом производительности труда вообще-то затраты на один и тот же продукт падает. Но это же не тот же самый продукт. Видите, вот там вот, интернет есть, ну все. Короче говоря, готовьте деньги. Ну вот, и дальше мы так пойдем. Будем считать. Значит, дальнейший ход наших действий. Мы посчитаем все. Что, на что идут затраты у семьи в 5 человек. Потом мы что сделаем? Потом мы будем считать, что значит, один-то работает 25 лет, а другой-то работает 16 лет. Имея в виду, что трое детей и 3 декретных отпуска. Но могут брать может и мужчина взять. Это не важно. Важно, что в целом это не так. Не так, что две величины. Меньше объем работы. Поделим на эту суммарную количество лет и количество месяцев. И получим в итоге ежемесячную заработную плату. И сколько получим, столько и получим. Вот это и будет та зарплата. Можете и сами посчитать за неделю. Если у вас получится. Но надо все учесть. Там вы там что-то не скрывайте, там, имейте в виду. И пиджачок надо сменить будет там, и это надо поменять. Мало ли чего придется делать. Курточку, конечно, не будете в 25 лет тут носить. Вы посчитайте, сколько надо раз поменять вашу курточку. А как хотите. Надо какое дело. Не посчитайте, я вам копейки заплачу и все. Вот что насчитаете, то и получите. Очень просто решается вопрос. Экономически я решаю. Я ваш капиталист.
Вот насчитайте гроши, гроши и будете получать. Ну, насчитайте, я человек справедливый. Мне неприятно, конечно, но я буду платить. А вы как собираетесь конфликтологу прийти и сказать, помогите этим рабочим, да? Вы посчитайте и скажете, вот, вот справедливо, давайте так. Как вы собираетесь конфликты разрешать? Как-то надо. Ну, дальше компромиссы могут быть. Вот вообще-то надо вот столько заплатить, но мы... Кто-то должен пойти на уступки. Кто должен пойти на уступки? Конечно, самый бедный должен пойти на уступки, да? Да? У кого меньше денег, кто должен пойти на уступки? А у меня спросите, сколько денег? Не скажу. Или вы где-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь сказал, какие у него доходы? Никогда не говорят. Все, спасибо. До следующего раза.